Всем привет, меня зовут Даша, и вы на канале Игольник Дарьи. Вот, день сегодня утро уже 11 часов. Да, даже я бы сказала не просто 11, а 11.54. А, ровно 11, да, 10.54. Я сейчас буду мыть комнату, так прикольно смотрится в этих ушах. В этих очках просто так классно. Даже себя зафоткала. Я просто пришла забрать швабру. Где она у меня? О, блин, еще. Вот она. И мыть. Вот. Вот моя швабра. Мне нужно отмыть две комнаты. Это гардеробная. И синяя комната, в которой вчера красилась. Это такие красоты. Солнышко светит у нас сегодня, и в интернете написано, что 13 градусов. А сколько на самом деле, я, наверное, не скажу, потому что сама не знаю. Вот. Сейчас я сразу швабру отнесу в комнату. Швабра, 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 швабру. Вот просто такие лабиринты, которыми нужно ходить, чтобы добраться до места твоей дислокейшн. Собственно, там мне нужно отмыть вот эту комнату, пол там, радиатор, ну, в смысле, батареи. Все такое. То есть вот эту комнату все повыносить и вымыть. Вот, моя задача дочисто. И вот такую вот комнатушку тоже все повыносить и просто вымыть. Тут красилось вчера, тут тоже. Помните, вчера стены были другого цвета, а сегодня вот они такого кремово-белого, что ли, вот как-то такого, фокусируйся цвета. Вот. А потом пойти покушать у нас сегодня. Ну, кстати, огромный пылесос. У нас сегодня рыба жареная. И что-то еще будет. Ну, в общем, надо будет подумать. Надо будет просто подумать, и это все как-то сорганизоваться. Вот тут, кстати, я вчера, если вы помните, мыла. Мне сейчас нужно сорганизоваться и перейти в другую комнату. Вот тут швейка. Кто-то шил, видимо. Ну, или шьет. Это одежду. Термобелье на 7-й километр шьют, ребята. Ладно. Мне нужно за ведром сходить в ванную. А тут такие лабиринтианы, блин. Как в чем-то, я не знаю. Как фильм «Бегущий в лабиринте», кто смотрел, вот точно так же. Сейчас светик врубаю. Оп. И идем. Просто, блин, этими лабиринтами ж, пока дойдешь, столько всего обойдешь, что с ума сойти. Блин, у нас, короче, такая классная погода, офигенное солнышко, я открыла окошко, вот туда, в ту сторону моря, в ту сторону городская часть, ну, типа город, и так классно, и на улице так тепло, одеваешь футболку и бежишь, ну, нельзя, я думаю. Школьные, кстати, шторки, такого офигенно просто сиреневатого цвета, и это круто. Ее можно опустить, но я не опускаю, но вот это типа фигню. Ее тупо каким-то... А, вот, ее можно опустить, но я не опускаю просто потому, что... Блин, ну тепло же, когда солнышко насвечивает. Очень тепло. И это довольно-таки очень круто было. Мы его доели, таки домяли, дожали. В общем, и этот... А сегодня на ужин будет жареная рыба, толстолобики такие обжаренные. И что-то к ним, я еще не решила, что, может, гречка, может, картошка, может, еще что-то. В общем, посмотрим, по ходу дела разберемся. А пока что покачалась на качельке, немножко передохнула, чайку попила. Вот, и буду продолжать дальше работать, потому что еще работы хватает, которую нужно делать, которую нужно выполнять. Вот, а еще хочу порекомендовать вам канал Funny Kate, девочка, как Катя, очень красивая, очень классная,
Она тоже делает видео, но она только учится, и она только начинает. Поэтому ссылку оставлю в описании. Кому будет интересно, заходите, смотрите. Мне очень понравилось, и надеюсь, понравится и вам. Скажем так, поддержите ее подписками, потому что она только учится и только-только начинает вести YouTube. К большому сожалению для вас, хотелось бы просто немножко прояснить, я не все могу снимать, и не всех людей, потому что не все хотят сниматься, не у всех есть желание такое, поэтому завтра мы будем лепить вареники, но я не смогу это показать, потому что там будет много людей, которые просто не хотят сниматься, может, я их потом уговорю, посмотрим. Поэтому войдите в положение и как это, не обижайтесь, если что, просто пока что вот так получается. Опять, короче, этими коридорами будем гулять. Блин, еще швабру как-то схватить. Просто одной рукой неудобно снимать это. О, швабру под мышку. И погнали. Наших городских. Просто нам это надо сейчас. Поменять воду в ведерке. О, блин. Как все сложно. А вылить ее только на улицу можно, потому что тут сливная яма, и она быстро заполняется, собственно-то. Очень быстро. А потом еще промыть швабру и там протереть еще раз. И одна комната у меня будет готова. Долго, конечно, долго, но какие есть варианты? Какие есть варианты? Сейчас покажу вам, как выглядит лестница на первый этаж, там, где мы живем, где мы находимся. Вот, куча-куча цветочков очень-очень красивых, кстати. Очень даже... Опа! Конечно, очень крутая лестница, и она такая, как бетонная, что очень-очень опасно. То есть нужно ходить аккуратно по этой лесенке. Очень аккуратно. Но, ой, тем не менее. Фух. Короче, выбежали мы, спустились мы с этой лестницы. А сейчас мы оденем куртку, потому что на улице прохладно, чтобы даже водичку вылить. Все равно так прохладновастенько. Вот здесь у нас издали, могу показать это, ну, качеля. Одну руку засунули. Эй, тихо, фокусируйся. Качеля, чьи-то велики стоят. Это такие уличные стульчики, седалочки, типа, если что-то... О, блин, тут света столько. Это классно. Тут вообще, блин, столько света в этой хате вообще. Вот здесь, помните, я вам говорила, что я тут мыло пылесосила. Мы уже помыли, попылесосили здесь. Это и грунтовкой все обделали, но мы еще просто не красили. Мы просто погрунтовали, а ребята потом будут красить. Ой, еще мусор вынести. А его только вывозят на машине, поэтому... Поэтому... Погнали. Опа. Эй, двери. Эй. Двери улетают, короче, уже. На. Улетают двери. А нам это нужно куда-то вылить, в какую-то часть двора. Я думаю, что я выйду сюда, это будет более неплохо, потому что переться куда-то дальше... Ну, блин, еще неудобно же. Опа. Сделали ведро грязное, его сейчас нужно будет промыть вместе с этим, вместе с тряпкой шваберной. Блин. И потом уже протереть начисто, чтобы разводов не было. Потому что я тру уже куртку снять. Дашка, не забывай. А то я забываю снять куртку, я ее оставляю внизу, потому что... В основном мы оставляем их внизу, потому что, чтобы выйти на улицу, а на улицу часто выходишь по каким-то вопросам срочно, и вот чтобы выйти на улицу, нужно одевать куртку, и не будешь же каждый раз подниматься, собственно, наверх. Блин, поднимаемся. Лестница. О, класс. Вот. Сейчас мы промоем с вами тряпочку, потому что я тру. А там все равно остаются разводики. С этим нужно что-то делать.
Ну-кась. Ой, тут света даже немного. Чудесно. Давайте. Телефон ставлю, чтобы было видно. Опа. И сейчас мы с вами поначалу про эту, как это, зараза. Ведро чуть-чуть промоем, чтобы в нем помыть это. Тряпочку теперь сюда можно немножко слить, потому что основную массу мы уже туда посливали, а оно там уже будет... О, блин! Командная зараза становится, обалдеть, какой грязный. Вышивая. Блин, это минус. Что это такое? Что ж ты будешь к ним заработать? Оп. Теперь мини-швабру я постоянно. Тут столько сложных моментов просто, которые нужно, о которых нужно даже не то, чтобы постоянно решать, но о них нужно думать. А иногда так не хочется думать в этой жизни. Сами же понимаете, не всегда хочется думать. Нужно просто промыть. О, Господи, проблема с краном, что... О, Боже, что ты делаешь? Блин, потом придется мыть эту душевую кабинку и всем. Но, о боже мой, ничего, прорвемся. Бегущие там уборки постоянные, что-то постоянно делаешь, работаешь, в общем. Опа. Тут еще швабра такая странная с этими палочками, она мне так не нравится, что сюда. Мне эта швабра не нравится, потому что сюда, знаете, нужно одевать это все. Не то, что, блин, даже не очень удобно, а дико неудобно, но как это... Какая есть швабра, такая есть. Как это... Не попишешь. Мы ее пока сюда отодвинем, чтобы она не стала грязной. Будем... О, блин. Уже это все сложно. Будем наливать чистую воду, чтобы она была. Чтобы вода была таки чище. Да ну шо ж ты будешь этим душем воду делать? Глючит душ. Все, чистенькой водички мы уже налили. Надо теперь как-то это все обратно отнести в комнату, где мы этим всем занимаемся. В общем, не знаю, вроде бы чисто, вроде бы. А там придут ребята, скажут, норм или не норм, или как. Короче, ну, вроде бы чисто. Теперь мне нужно еще вот отсюда, чтобы вы понимали, все вынести полностью. И тут промыть, прочистить, короче, сделать, чтобы было чисто. А, и батарею там с радиатором вот эту вот протереть. О, Господи! Работы хватает. Thank you.
feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should I do? For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, not fighting no fears. Still there's a... Вот уже вот так выглядит эта комната. Более очищена. Теперь мыть. Вести, мыть, пылесохать, все остальное. Пока не очень понимаю как, но это сейчас будем что-то делать. Фух, короче, день сегодня прошел очень плодотворно, как вы могли это видеть. А завтра у нас праздник, я готовлюсь ко сну, выходной и... Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока.